3 мая по 24 июля 2021 года Всероссийское общественное движение совместно с благотворительным фондом «Память поколений» проводит федеральную акцию «Красная гвоздика». В рамках патриотической инициативы активисты распространяют среди жителей Московской области памятный значок за благотворительное пожертвование в пользу подопечных фонда. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Московской области.